сегодня мы были на Судакской крепости, которая располагается в той стороне. И сегодня мы решили исследовать противоположную сторону. И хотим, во-первых, здесь посмотреть, какое море. Вот, и забраться, походить по этим замечательным скалам. Интересная вообще гора, интересная. Здесь даже, вот видите, есть углубления и целые пещеры. Несмотря на то, что это целиковая каменная гора, также есть растительность. И здесь выходит река под названием Сууксу. Здесь она уже встречается с морем. Лягушаты всякие тут прыгают. Скорее всего, также есть и змеи, но я не видел, утверждать не могу. Лягушки есть, это точно. Очень красивое место, действительно стоит забраться, для того, чтобы посмотреть на Судак, на набережную Судака с другой стороны. Множество камней здесь, и на самом деле они все упали сверху. Здесь то и дело есть табличка о том, что здесь бывает камнепад, поэтому вообще тропа достаточно опасная. Но люди здесь постоянно ходят, даже проезжают на мотоциклах. Вот есть как раз в 2007 году, 5 декабря, здесь трагически погиб человек. Двигаемся дальше, аккуратно смотря вверх. Постоянно встречаются вот такие вот таблички информационные с надписями. То, что здесь осторожный камнепад, может быть. Место очень красивое. Ну да, вот немножко вот впереди. И вот эти вот всякие трещины в скалах. Конечно, они немножко напрягают, потому что здесь ты уже понимаешь, что шансов, возможно, не будет никаких остаться в живых, если что-то будет падать. Но смотрим дальше, и действительно вид здесь классный, все видно. Видно весь Судак, вот как на ладони буквально. Набережную видно, видно пляжи. Но в этой стороне мне пляж не понравился, потому что здесь они, во-первых, не галечные. Они больше, ну просто каменные, да, то есть они, это дикие пляжи, тоже достаточно высоко здесь, что мы не проходим. Очень интересный такой рельеф, неоднородный. Вообще, могу сказать, что я уверен на 100%, так как это открытое море, здесь зимой, во время очень сильных штормов, наверное, очень красиво. Ну вот мы миновали опасный участок дороги, здесь уже более безопасно, так как мы видим, что фактически вся тропа у нас свободная, камней здесь нету, чистая, вот. А, конечно, отсюда посмотришь вон туда, то да, да, здесь действительно был камнепад, он тут налицо, и действительно часть вот этой тропинки, ее уже возводили заново. Если говорить о несчастных случаях, здесь они случаются, и, к сожалению, случаются с завидной регулярностью, потому что летом здесь большое количество людей, а где большое количество людей, там и возрастает вероятность получения травм. Поэтому вот сейчас мы находимся здесь, скала со стороны вообще отвесная, а вот здесь сбоку я вижу, девушки отдыхают. Ну, не знаю, кому как, конечно. Мне такой отдых не очень как-то по душе, если честно. Так, почти мы уже обошли гору Алчак-Кая.
Осталось идти совсем чуть-чуть, и там уже, по сути, будет крайняя точка. Дальше нет смысла идти. Напомню, что самая высокая точка данной горы – это 150 метров над уровнем моря. Не знаю, видно вам или нет, но я вижу отчетливо здесь на склоне сбоку пасется, греется большое количество чаек. Целая чайкина колония. Географически считается, что мы находимся в Судакской бухте. И здесь Судакская бухта не заканчивается. Она продолжает, даже уходит за эту гору. И только там, если посмотреть по карте, вы увидите, что действительно Судакская бухта достаточно большая. Видимо, люди очканули, гуляют люди. Здесь заканчивается наше сегодняшнее путешествие. Сейчас уже темнеет, мы будем возвращаться обратно. Потому что хоть у нас есть с собой фонарики, но мы хотим вернуться в Судак. Еще засветло. Видно, что рыбачат. Здесь, видимо, ловится рыба. И это место тоже достаточно опасное. Здесь частенько бывают обвалы. И вы видите все эти камни, которые здесь, вот эти булыжники, я не знаю, как правильно сказать. Да, это части скалы. Они здесь нападали со временем. Поэтому как бы да. Вот... Только их будет время, да, сейчас? Мы не знаем, поэтому мы не очень любим. Особенно интересен вот этот, который камешек сверху лежит. Он так аккуратненько так ждет своего времени, конечно. Но... И трещины. Трещин большое количество. Ну, в общем, все, что мы хотели показать и самим увидеть, мы увидели и вам показали. Если вы считаете, что вам мало, мы ждем ваших комментариев по этим видео. И также приезжайте сюда и путешествуйте самостоятельно, но не забывайте о безопасности. Везде написано надписи, что осторожно, камнепад, потому что камни, значит, падают достаточно часто. Вот. Мы посмотрели, нам очень понравилось, но больше дальше мы не пойдем. Ну, конечно, мы не знаем, как там под нами. Да, 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 да. Вот он видит, наверное, он думает, вот дурачки тут стоят на самом краю. Нет, оно красиво, я бы, конечно, ну я как-то. Оно всегда... очень красиво. Мне завтра точно так же. Да. В общем, мы что хотели увидеть, мы это увидели. Поэтому мы сейчас будем возвращаться обратно. И, друзья, ни в коем случае не путешествуйте по горам вот в такой обуви. Это может быть очень опасно, потому что она скользит. Порода, конечно же, здесь более прочная. Это не сланец, как у нас в Геленджике, да? Геленджикские горы, Махровский хребет. Здесь, конечно же, камень больше, но все равно скользит достаточно сильно. Поэтому используйте удобную обувь. И, ну, желательно, чтобы это были либо кеды, кроссовки, не знаю, чтобы вам было... в них передвигаться удобно. Я думаю, вот эту ветку большое количество людей подержало за нее, когда поднималась либо спускалась. Just don't get too far, and I'll be right where you are. Вдалеке, вот если вы видите сейчас фонарик, там находится Новый Свет. В наших видео мы обязательно покажем вам Новый Свет, этот населенный пункт, и расскажем вам интересную историю. Так что не забывайте подписываться на наш канал, ставить лайки, а также переходите на наш плейлист, который всплывает в левом верхнем углу, с подсказкой «Путешествие по Крыму».
И здесь же, в этом же плейлисте, будут наши сегодняшние путешествия. Мы были в Орджоникидзе, мы были в Феодосии, мы были в Судаке, будем в Новом Свете и также посетим Коктебель. До новых встреч, с вами был Винджик Лайф, всем пока!